Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, можно? Ничего, можно, вы уже сели. Спасибо. Очень приятно, что вы пришли ко мне, это меня очень радует. А вы как, по объявлению, так сказать, по рекламе, по совету друзей, так сказать, ко мне пришли, так сказать... По рекламному объявлению в газете «По совету друзей». Вот так. Так вот все очень просто и хорошо. Только там не написано, сколько вы берете, и ваши ценнички, сколько вы стоите. Так а у меня гипноз по-разному. У меня гипноз секунды, минута, час, неделя, гипноз месяц, полгода. Есть даже гипноз у меня год. Так долго? Ну а что, все. Вон мужик лежит уже полтора года. Какой диагноз? Ничего, все нормально, платить не хотел. Сотрясение мозга. Я столько не вылежу. Да вылежим, поможем. Ну давайте так, давайте мы сейчас заснем. Раз, два, три. Спим! Очень хорошо. И так вам хорошо. Вам никуда не надо спешить. Вам очень-очень хорошо. Вы находитесь на море. Шумит волна. Чайки. Солнечный зайчик прыгает туда-сюда. Понимаете, так очень хорошо. Пароход. Справа от вас блондинка. У нее восьмой бюст груди. Она положила вам руку на крестец. Вам хорошо, вам полный крестец. Никуда спешить не надо. Вы в Алупке. Извините. Да. А я в Алупке с женой или нет? Это важно. А вам как хотелось, с женой или без? Да без ее знает. Ну, поскольку блондинка и крестец, может, жена, как бы, знаете, если есть, конечно, возможность, чтобы я с блондинкой, а жена там, где... Ну, а как жену-то вашу зовут? Варвара Евлампьевна. Варвара Евлампьевна, хорошо. Хорошее имя. Да. Ну, а блондинку-то оставляем? Если есть такая возможность, чтобы Варвару взять, ну, как бы так, чтобы она... Ага, я понял. Ага, хорошо. Спим! Спи, вам никуда спешить не надо. Море, зайчики прыгают, уже немножко такие, знаете, чайки. Пароход. По левую сторону лежит блондинка, 5-8 размер, по правую Варвара Евлампьевна. Вам хорошо, никуда спешить не надо. Все руки на крестце. Лежим, загораем. Что? Извините, конечно. Что такое? Варваре Евлампьевне нельзя загорать. А что такое? Она просто, знаете, она такая вся угловатая. От рождения такая вся одни углы. Вот, и один раз шаровая молния за один из углов зацепилась, и теперь она... лучше быть в темноте. Ну, хорошо. Спим! Варвара Евлампьевна у вас в палатке. Палатка полностью застегнута на молнии. А вы с блондинкой. С блондинкой у вас день. У Варвары Евлампьевна ночь. Никуда спешить не надо. А так все хорошо, те же чайки, пароход на мели стоит уже давно, зайцы прыгают, так сказать, солнечные, кино, вино, домино, все хорошо. Что такое? А Агафона взяли? Кот? Не, сосед. Мы с ним с детства, с первых дней дружим, и в армии были вместе, и потом женились одинаково, и потом, правда, он пошел работать в дальнобойщики, а я больше по учительству, да, он, как-то они везли фуру с яйцами, Сменщикова Василий Петрович, заснул за рулем, был мороз, -38, они съехали в кювет, замерзли, отогревали яйца, как могли, сидели на них, и закончилось тем, что продукт спасли, сами застудились. Сейчас мне зачем это все рассказывали? Ну, во-первых, Агафону не помешает погреться на югах бесплатно. А во-вторых, Варвара Евлампьевна с ним дружит. Пусть в палатке там... Спим! Агафон с Варварой Евлампьевной в палатке! Потеют, лежат! Вы за палаткой! С блондинкой 5-8 размер! Чайки обожраты! Подняться не могут, сразу спят! Обожрались и спят. Пароход вообще не отплывал. На пароходе вообще спят. Капитан или капитаном был. Обожрался и спят. Все спят. Никто вставать не хотел.
Че спим? Няню взяли? Какую? Няня воспитала и меня, и Агафона, и Варвару, и Лапин, и меня с ней сосватала. А Агафон тоже не хотел жениться. А Агафон, он третий в семье, а третий спим! В семье... Спим! Няня приехала с роднёй! Больших кузнецов 15! Из Лисичанска сразу спать! За корабля не нашли, все спят, чайки не приваются, тоже все спят! На горгоне лоб спят, ко мне на горгоне спит! Все спят! Блондинка вообще арестовала! И в лампе моей не выходила из палатки! Все спят, все хорошо. О чем это я? А, ну да. Короче, часто сосчитаю до трех. Вы откроете глаза. И все ваши проблемы, и ваши, и Лампина, и Агафона, и все родни, сразу улетучатся. Раз. Два. Просыпаемся. Товарищ. Море! Что? Вода! Да! Чаги! Да. Пароходы! Поплыли! Товарищ, сейчас заплатить! Няня, заплатить!